Эстетическая гимнастика – это сбор акробатических элементов, элементов из художественной гимнастики. Как вы сказали ранее, что это очень молодой вид спорта, он существует около 15 лет. Вот. В нем элементы художественной гимнастики – это равновесие, повороты. Также есть специфические элементы – это элементы тела, такие как взмахи, волны, расслабление, сжатие. До этого девочки в композиции показывали там основные элементы, связки. Эстетическая гимнастика вообще очень молодой вид спорта, и он достаточно стремительно развивается, он становится популярным, существуют чемпионаты и первенства города Волгограда, области, также чемпионаты первенства России, Европы, мира также проводят. Существует очень популярный в Финляндии фестиваль «Мисс Валентайн». Международного уровня соревнований, к чему мы тоже в перспективе стремимся. Это не олимпийский вид спорта, но надеемся, что станет. Но пока, но надеемся, что будет олимпийским видом спорта. Но федерация у нас существует по эстетической гимнастике. Я могу сказать, что у нас за пределами региона достаточно известная команда – это «Аэлита». Они являются чемпионами международного фестиваля «Мисс Валентина». Также есть клуб «Академия». Тренирует Светлана Васильевна Вишнякова, старший тренер нашей Волгоградской области. Команда «Амадей», «Фортуна». Ну, то есть у нас очень много хороших команд, которые выступают и на чемпионатах России, и на первенствах России. У нас также есть спортивные разряды, то есть есть и мастера спорта по эстетической гимнастике. Мы пока молодой клуб, у нас все только впереди, в будущем. Я надеюсь, что наши воспитанницы дойдут до кандидатов в мастера спорта. Я сейчас одной из своих ведущих гимнасток отдала в клуб «Академию» ведущую команду. Вот она теперь там занимается, она выполнила кандидат мастера спорта в прошлом году. Я приветствую, чтобы дети ходили в спортивные секции, не обязательно к нам, в любую, по интересам, чтобы обязательно каждый ребенок занимался.